Привет, меня зовут Лиза, и я обожаю квизы. Готовы стать бакалавром, магистром и профессором Югорики? Каждый из вас прямо сейчас может квизить с нами. Кто играет с нами? Наша команда «Любви, дружба, дети игры, удача, багулы, знатоки, оптимисты». Мы команда «Динамит». Наша команда «Юга». Наш девиз. Мы опасаем Югра, за себя порвем раз-два. Я думаю, то, что игра пройдет веселой, хорошей. И думаю, то, что мы ответим на все вопросы правильно. Меня первый раз пригласили на игру, надеюсь. Будет очень весело и будут интересные вопросы. И мы проведем весело время. Правила квиза. 5 раундов. Родители и учителя могут присутствовать на съемках. Можно пользоваться посторонней помощью и делиться друг с другом хорошим настроением. Держись! Начинаем телеквиз. В Когалыме есть капля жизни, да или нет? Есть. Мы там были. Есть Горец Когалым. Там есть аквапарк очень прикольный. Значит, там точно должна быть там хороший городской аквапарк. Туда все ездят. Значит, наверное, это памятник. Капля жизни. Капля. Да. Капля нефти. Капля жизни. Да, так и есть, потому что она шопрук нефтедобывающий. Ну, капля жизни может быть связана с каплей нефти. Ваш ответ принят. Результаты узнаю в конце викторины. Продолжаем квиз. При въезде в город Радужный стоит разноцветная стела. Правда или ложь? Девочки, это город. И что? Город называется Радужный. Значит, ну, что-то должно там быть радужное. Логично, это, это же памятник города. Ну, как сказать, есть город. Вообще, не то, что это правда. Вообще очень мало на памятниках сейчас разноцветных. Там, ну, есть она. Это радужная стела. Ну, где-то же она должна быть. Ну да. Потому что город радужный. Мне кажется, да. Мы тут пообсуждали немного, и мне кажется, это правда. Ваш ответ принят. Результаты узнаю в конце викторины. Продолжаем квиз. В Сургуте находится памятник лису. Какому? Вариант А. Черному. Б. Серому. В. Рыжему. Рыжий, по-моему. Давайте рыжий. Почему рыжий? У нас в Югре выходит, есть животное. Но у нас же нету какого-нибудь там черного лиса в нашей Югре. Черный точно отпадает, а вот серый может быть или нет. Мне кажется, рыжий, потому что в нашей Югре не бывает черных лисов. Да. И оранжевый, по-моему, рыжий. Рыжий. Я думаю, то, что рыжий. Потому что в нашем округе обитают только рыжие лисы. Ваш ответ принят. С нами квизят школьники из разных городов и поселков Югры. Югра, играй, пятерки получай. Продолжаем квиз. В каком югорском городе проживает бронзовая соболиная семейка? Соболиная семья входит в семья Соболи. В Москве. Это не югорский город. А какой? Мегафоник. Это город? Да, это город. Значит, да. Нет. Мегион. Она где-то, это памятник. Мегион. Я вспомню, где памятник. Не помню, какой. Называется. Ну, давайте. Мегион. И мы думаем, что правильный ответ – это Мегион. Ваш ответ принят. Какому животному на фонтанной площади Егорска можно потереть нос?
Медведи, я сразу подумала, медведю. Ну да, можно. Потереть нос, подождите, потереть прям можно. Это в парке Лосева можно потереть? Да блин, можно даже спину потрогать. Горстка. Может быть, какой-нибудь это спит. Ну. Это нос у него клюв. Как вы думаете? Медведь? Так, как вы думаете? Медведь? Медведь. Мне кажется, медведь. Мне кажется, точно медведь. Мы считаем, что можно нос потереть медведю. Ответ принят. Стоп-квиз. Вопросы закончились. Пришло время проверить свои знания о югре. В Когалыме есть капля жизни, да или нет? Да, так и есть, потому что наш округ нефтедобывающий. Ну, капля жизни может быть связана с каплей нефти. Правильный ответ. Да, эта скульптура символизирует труд нефтяников для людей. Югра! Ответ на 5. При въезде в город Радужный стоит разноцветная стела. Правда или ложь? Мне кажется, это правда. Правда, потому что первые домики, стоящие в этом месте, были окрашены в разные цвета. Юра! Пятерка. В Сургуте находится памятник лису. Каком? Я думаю, то, что рыжий. Правильный ответ – черному. Памятник черному лису в Сургуте является геральдическим символом города. Говорят, что если потереть ему лапу и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я тоже не люблю проигрывать, но это не проигрыш. В каком югорском городе проживает бронзовая соболиная семейка? И мы думаем, что правильный ответ – это Мегион. Правильный ответ – скульптурная композиция «Соболиная семейка» находится в Покачах. Ничего, бывает. Это еще не поражение. Какому животному на фонтанной площади Егорска можно потереть нос? Мы считаем, что можно нос потереть медведю. Правильный ответ – медведю. Не настоящему, конечно, потому что это скульптура. Медведь – один из официальных символов Егорска, который наряду красуется с глухарем на гербе города. Ура! Привет, привет! Я приветствую бакалавров. Вопросы были очень интересные. Надеюсь, что приду еще раз сюда. Мне очень понравилась эта игра. Вопросы были интересные. Некоторые были сложноватые, но мы все равно на них ответили. Хочешь играть в пятерки получать? Собери команду и присылай заявку на нашу электронную почту. Хочешь задать вопросы участникам? Сними себя на телефон и опубликуй в социальных сетях и поставь наши хэштеги. Хочу в Югорику, Югорский квиз, Югра квиз. Лучшие вопросы пойдут в телеквиз.